Насміхаються, вважають нас усіх безладними, такими безпорадними. До нас ідуть погрозами та війнами, а ми всіх зустрічаємо обіймами. Та може вже згадати час, про що колись писав Тарас. Усе, що є навколо. Вообще все круто. Очень понравился, вспомнили немножко наше детство и того Тартака, которого мы слушали. Не ожидали такого многочасового концерта и просто получили массу удовольствия. Супер, крутой концерт. Первый раз на Тартаке, но мне очень понравилось. Очень классно. Какие впечатления? Тартак, как всегда, на высшем уровне. Этот концерт — это просто заряд позитива на очень долгое время. Тем более песни очень много имеют, ну, глубокий смысл. То есть ты когда слушаешь эти песни, просто у тебя насквозь пронизывают вот эти все ощущения. И, ну, реально Положенский пишет очень крутые и актуальные тексты. Как что касается просто каких-то личностных ощущений человека, так и какие-то тексты, которые играют важную роль, там, социальную и так далее. Поэтому очень-очень здорово, я счастлива всегда, когда бываю на этих концертах. Навколо все твое, не вір, давай, бо це рідний край. Кать, прежде всех любят. Я очень сильно тебя люблю. Я клянусь всей верности. Я обижать тебя больше не буду никогда. Я никогда не доставлю тебе слез. Никогда ничего больше плохого. Ты будешь за меня. Тартак – это саундтрек к моей жизни, можно сказать. Ну, что сказать по поводу выступления? Лажал жестоко. Александр все время мне подсказывал: не кричи, пой. Я всегда хотел поработать с Тартаком. Ну, хоть как-то. Я световик еще. У меня первая профессия, одна из профессий – я световик. Могу светить. Была такая идея. Но судьба повернулась. Да, ну повернулась судьба вот так. Лажаются войной.